На улице Малиновского сотрудники Одесского УБОПа и уголовного розыска провели спланированную спецоперацию. Об этом нашему корреспонденту сообщил руководитель пресс-службы ОБЛУВД Владимир Шаблиенко. По его словам, задержаны трое подозреваемых, которые передвигались на автомобиле Audi Q7 с молдавскими номерами. Задержаны все граждане Республики Молдова и подозреваются в ряде тяжких преступлений. У каждого из задержанных изъято по гранате и огнестрельное оружие. Сотрудниками спецподразделения «Сокол», УБОП, оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых лиц, которые могут иметь причастность к распространению взрывчатых веществ на территории города. В результате осмотра их автомобиля была изъята взрывчатка. При личном осмотре каждого из трех задержанных в карманах у них изъято по гранате. Спецоперация проходила возле Малиновского рынка и завершилась в 5 вечера. Я напомню, в январе нынешнего года в Одессе уже произошло 3 теракта. Один на железной дороге, второй в офисе Координационного совета Евромайдана на улице Гимназической. И третий взрыв произошел у окна начальника банка в переулке Нечепуренко. Ну а в течение прошлого года в городе и области произошло около 10 взрывов, которые силовики квалифицировали как теракты.